Знаете, что я подумал? А что бы нам этот самый Mercedes Actros не попробовать, а? Скажи, Андрей, чего тебе? Так, сейчас. Так. Угу. 5, 10. Угу. И нормально. Берем. Попробуем этот Mercedes. Я не помню, правда. Пробовал я его, нет. Кошкин, ты будешь ко мне приставать? Я так понимаю, все. Так, нам боровое надо. А, подожди, зачем боровое? Нам боровое не надо. Так. Шахты. Шахты, ключи. Ельнина, стеклопакет. И Нижнегорск. Ну. Ну, поехали. Нижнегорск, Нижнегорск. Ага, нормально вообще. Вы смотрите, где мой соперник. Да ну нафиг, да. Даже не смешно, ёлки-палки. Ну ладно, короче, давайте до бухты доберемся. Там все машины поменяем. Да блин, ну это обалдеть. Вы посмотрите, реально, где он. Он по пути уже проехал. Смешно. Слушайте, я, по-моему, ездил на кто или нет, не ездил, не помню. Ну, что ты мне подсказываешь, я не буду на этой машине ездить. И, кстати, я кубру взял. А, стеклопакеты. Ну да, с манерой вождения. На незащищенной машине только стеклопакеты и возить, блин. Гений просто, елки-палки, по-другому не скажешь. Блин, я же хотел кнопку поменять на запись. Фу, черт. Точно. Была такая мысль, была заменить кнопочку. Ну, чтобы это, так сказать. Нет, 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 нет. О! Слышь, мафия. А, ясно. Ты не мафия. Печально. Кстати, вот небольшой минус, скажем так, в данном случае Нижнегорска, о котором я не подумал от слова совсем, то, что я сейчас еду с этой стороны него. Ну, вы же знаете, да, что Нижнегорск ест он как вот с этой стороны, а там кирпич. Вот если едешь в Нижнегорск с другой стороны, въезжаешь, то ты можешь слегка с этот, как его, срезать путь. А сейчас я, получается, не смогу. Бля, обидно немножко. Но опять же, не подумал. Тихо. Отстань. Не, чувака я не догоню. Какой-то он. Странно, что я до сих пор, кстати, груз не повредил. Но это не гонка, это издевательство. Посмотрите, как его ну как мы вообще выезжаем. Где он, где я, где третий. Четвертый вообще там, наверное, ездит, думает. Хрена себе гонка, блин. Жаль. Сейчас, кстати, попробуем в Нижнегорске нанять машину. Или все-таки от Нижнегорска до бухты что-нибудь возьмем. Ну, посмотрим. Ну да, ваш конкурент только что прибыл. Смешно, блин. Простите, я свой нитроускоритель и прыжковый двигатель дома не установил еще, знаете, у вас в игре нет таких возможностей, к сожалению. Что, специально, что ли, уродный? Скройся нахрен. Авенсис. Дает, что ли?
Тише, стой. О, бухта, пенопласт. Берем. Ну а что? Мне в бухту надо было. Черт, на красный проехал опять. Немедленно остановите машину. Не хочу, ты страшный. Девка. Не гундось. Тоже мне. Вы знаете, а пока что эта машина, в общем-то, довольно неплохая. Ты что перестраиваешься перед носом, придурок? То есть, не предел мечтаний, но сейчас мы ее в бухте улучшим. И, в принципе, я что-то так на ней еду прям. Я не падаю. Но правда, правда, надо признать, что мы едем. Да, то есть, зеркало заднего вида включить забыл. Камеру, точнее, заднего вида. Правда, я говорю, надо признать, что мы сейчас ездим не по этим... Как его? Не по бездорожью. Так что еще вопрос. Так, смотрите, в Горном, Нижнегорске и в бухте наемников нет. Да, в этот раз. Нормуль. Вполне так неплохо заворачивает. Но машина явно не для гонок. По крайней мере, не в том виде, в котором она сейчас находится. Слушайте, подождите, а получается, всякий раз, когда я проигрываю, да, лицензии достаются моим соперникам. Так что ли выходит? Блин, похоже на то. То есть каждый раз, когда я проигрываю гонку, лицензию берет мой соперник, он кого-то нанимает. Так получается? Или как это вообще работает? Спасибо, что придержал этого придурка, чувак. Так, стоямбус. Ты куда полетел? Это что ли мой соперник? Подожди, это же свой. Более того, это же улучшенная машина, которую я сам своему подарил. Да ладно, вы гоните. Слышь ты, псина! А ну стоять! Вот я говорю, подари. Вот. Надо было всем нафиг эти автобусы дарить, чтобы медленные были и тупые. Да класс, вы посмотрите, что он делает. Ну ходит от меня. А, влёк. Не, ну если это свой, то ладно, вот с ним. Ну, кстати, опять же, если когда моя машина, нанятая мной, выигрывает, лицензии должны мне уходить. Да. По логике. А он с ними что делает? Правильно, ничего. Пошел он. Какой я? В смысле я четвертый? Сейчас что вообще был? Чувака проснулась это корпоративная солидарность. Так, ты не забывай, я босс. Сейчас лицензии на это не... Прими нахрен, лишу. Так что давай, не обгоняй меня. Совсем уже охренели. Деньги, хочешь, я тебе перечислю. За использование, за этот груз. Не вопрос, по лицензии у меня должна остаться. Кстати, нет, реально, машина очень такая приятная пока что. Пока претензий никаких, она хорошо держится. На дороге, я хочу сказать. Даже на, ну, в общем-то, 80 км/ч, ну а что? Нормальная скорость. Как бы не заносит, не падает. Но мы на трассе, опять же, повторюсь. Это важный момент. Мы на трассе, несмотря ни на что. Так, что там происходит? Что за столпотворение?
Ну ладно, главное, что он от меня отстал в итоге, что очень радует. Это да. Они. Но не очень сильно. Так что тут... Так что надо аккуратнее. Можно опять сделать такой вид. Вот, чувак, ну определись ты, в какой полосе ты едешь, а? Дебилоид, бля. Не на велосипеде, хотя велосипедисты это ответственные. Стоять. Так. Какие проблемы? Проблемы? Конкурента моего потряси. Потрясите лучше моего конкурента. Гони баб. За штуку? Окей. Конец связи. Ребят, у вас очень милые расценки. Стоп! Что случилось? Прикройте. О. Командир, тормозни конкурента. Плати, герой. По рукам. До связи. Так, понятно. Я, кажется, понял, как надо разбираться с конкурентами в этой игре. Милиция и бандиты. Угу. Как некоторые говорят, зачастую одно и то же. Ой, блин. Да. Игрушка просто... своего времени. По-другому не скажешь. А, ну хотя подождите. Сейчас мне ничего не надо. Сейчас надо заехать, улучшиться. Так, лицензия 6 минут, да? КамАЗ. Это покупное, да. К сожалению, это все покупное. А здесь даже ни одной парковки поблизости нет, да, рядом с бухтой? Ну да, тут одна единственная парковка. Угу. Полностью тромбанул я. Так, и сейчас задача, во-первых, съездить, заправиться. А, блин, у меня бензобак пустой, оказывается. Ёлки-палки. Блин, доеду, не доеду, а? Как думаете? Ну, я себе, в принципе, поставил хрень, которая уменьшает расход бензина. Может, докачусь все-таки? А, случай. Так. Ну, машина стала определенно шустрее. Блин, но вот с этой тачкой проще смотреть вот так вот. Так, ну-ка. А вот сейчас, что они мне сейчас скажут? Поиск. Милиция. Что случилось? Ага. До связи. Угу. То есть обратите внимание. Именно только в гонке. Только в гонке. Ну да, то есть это на более поздний, скажем так, более поздних этапах игры. Когда у тебя уже деньги есть. Кстати, всего 853 литра. Прошу обратить внимание. Не тонна с хвостиком. То есть бак меньше. Давай, заправляйся, чудо пей. Так, лицензия, да? Ну, лицензия нам не нужна сейчас, потому что я ее реализовать нигде сейчас не смогу. Тогда от бухты надо что-то взять, довезти туда, где есть парковки. Куда? Ельнина. Залеск. Южный. Боровоев тоже. А, как там еще это называется? Забыл. Шахта. Да. Отвык на легковушках так заправляться тоже. А это ведь всего 753 литра, прошу обратить. Кстати, дополнительный бак получился 753 литра. То есть в оригинальном баке там сколько? 350, 60, 70, 375, 6,5? То есть 76,5. Забавно. Поехали. Да, кстати, надо помнить, что я на грузовой машине, а не на легковой. То есть тут бензин расходуется. На легковушку поставил хрень тут по расходу топлива. Дополнительный бак и все, считай, забыл вообще, что бензин как-то кончается. А тут надо об этом помнить. Так, сейчас куда берем? Либо Боровое. Либо Ельни. Ну да, Боровое или... А, Приозерск еще. Вот что надо. Ну, в целом, кстати, нормально. Машина себя неплохо чувствует. Она хуже шторма, это факт. Но, в общем-то, нормально.
Так, поехали. Значит, Приозерск. Приозерск. Где он? Терял. Приозерск. Кстати. А поехали. Хрупкость 52%. Вот сейчас заодно и посмотрим, как мы лучше на тачке гонить будем. Через сокращение... не поеду. Не уверен, что там реально лучше. Во-вторых, хотя нет, времени уже достаточно, я не успею. Недостаточно, точнее, времени. Достаточно времени прошло. Я имею в виду, думал, лицензию может успею реализовать. Но кренит машину довольно сильно. Ладно, я думаю, на трассе догоню этих засранцев. Тем более, сейчас тут полиция, бандиты. Сейчас всех понанимаем. Все у меня тут. У меня работать будете, поганцы. Моя территория. Моя. Слушайте, это получается, что раз у меня так мало конкурентов, да, у них там что-то 6, помню, процентов было, еще сколько-то. Это получается, я так часто побеждал здесь. Я. Молодец. Подождите, но тогда, значит, если ты вообще не проигрываешь в гонках, да, за лицензиями, то у тебя конкурентов вообще, по сути, не должно быть. Ведь ты же не проигрываешь. Лицензии все твои. Хотя, может, они в гонках, как, хотя, может, считается, типа, то, что ты в гонках не участвуешь. Там же тоже лицензии раздают. Хотя какие там нахрен, ну да, там раздают оттоку с этих лицензий. Их там дают на 5 минут, блин, и как бы одна единственная парковка около кольца, на которой не факт, что кто-то вообще есть. Так что это такое себе. Честно говоря, сомнительное достижение. Ну все. Какие проблемы? Потрясите лучше моего конкурента. Гони бабки. Окей, конец связи. Эй, я ж сказал конкурента потряси. Идиот. Они подорвались на своих минах. Ой, я не могу. Ладно. Ай, дебилы. Ладно, фиг с вами. Жаль, деньги не жаль. Тем убогим пусть берут. Так, ну получается, что... Ох, красиво прошел. Чувак там помолился, наверное, всем, кому только можно, блин. Получается, что смысла... Он в меня стрелять начал, к слову сказать. То есть смысла в просьбе довести моих конкурентов просто нет. Или есть. Ну, хотя, стоп, я же как бы им заплатил, а они по дороге встречаются. По логике, они должны их атаковать. Чего хрен знает, на самом деле, я серьезно или нет. Не очень понимаю, как это работает. Пока еще. Ну что ты перестраиваешься перед носом? Дурной, а? Что? Во-во-во. Чувак, спокойно. Ты давай. Ты определись ты там. Влево, вправо. Я понимаю, что мы конкуренты и все такое. Но, блин, ты что-то как-то уж совсем неадекватно себя ведешь. Так. Второй. А первый где-то впереди. Хотя вон, скорее всего, за поворот только что ушел гаденыш. Ну ничего. Че, чувак? Тяжело против местных законов местной магии идти, да? Ага, сейчас размечтался. Пошел вон. Здоровье. Кстати, поиск. Не, ну соперника только за бабки можно убирать. Не, ну нет, это неинтересно. Надо... Опа! А ну-ка. Что случилось? Командир, немедленно остановите машину. Чё? В смысле, я так-то... А как-то он меня так оштрафовал, интересно. Чуть принципиально не попался. Ну ладно. Хм. Нахрен с ним. Не нужны деньги. Тоже мне. Чё ты впери. Ты ж стрелять никто не заставляет.
Два. Я, правда, не увидел, сколько он там меня штрафанул, честно говоря. Ну, с деньгами все норм, уже за 3 ляма. Так, сударь. Что случилось? Конкурента тормозни, жопу сучку. Немедленно остановите машину. Охо-хо-хо-хо. Какие принципиальные попадаются. Вообще-то за остановку ты бы с меня штуку слупил, а тут 3... Ай, ладно, в току. О, какие. Видишь, какая цаца. Не хочет он так. Не, ну, с другой стороны, достойно уважения, на самом деле. Если бы я не знал, что тут есть ребята, которые согласны на такое, я бы даже зауважал их реально. Но проблема в том, что я знаю, что здесь есть ребята. А, кому со мной надо поговорить? На связь. Кто там со мной поговорить хотел? До встречи. Просто я видел в пейджере справа наверху, остановись, нужно поговорить. Обычно... бандиты говорят такое. Я что-то никого не видел из этой братьи поблизости. Странно что-то. Ну ладно. Не, идите лесом, вас я подкупать не буду. Про скучные, неинтересные, блин. Хочу, не хочу, буду, не буду. Тоже не буду. Тоже мне цац. Так, ты снова лучше в заезде, отлично. Так, у нас есть одна лицензия. Чувак, ну иди, пожалуйста, мешаешься. Что ты? Чувак, ей-богу, определись, куда ты, влево, вправо, давай. Не стой только поперек дороги. Ну, человечек нанять надо. Хотя бы попытаться нанять. На лицензия. До сих пор, кстати, так и не понял, по какому принципу тут выдают 2 лицензии, 1 лицензию. Ну, я-то, конечно же... Ай, дрянка, черешка. Ну, что делать? Сгонять, что ли, вон на ту парковку? Кстати, можно, в принципе, время... Кстати, времени довольно много. Я еще и на нижней парковке успею. Хм. Может, здесь кто будет? Мне, в принципе, пока один нужен. Масс. Блин, ну 3 машины, а? Ну, пожалуйста, 1 наемник. Здорово, Илюша, нанят. Отлично. А Илья молодец, а? Хорошо стоял. Ну, давай, давай. Давай к нам, дружную семейку Адамсов. Так, а мы из Приозерска сейчас рванем, ну, либо в шахты, либо в Южный, либо в Ельнину. Куда-то в одно из этих мест. Боровой не хочу. Хотя можно и в Боровой, на самом деле. Так, понял. Задавил нахрен этого бандита, чертой матери. Правильно. Так, Ельнина. В смысле? Берем, берем, что? Попробуем. Так, не было никакого красного светофора. Нифиг нету. Я сбоку проехал. Поехали, давай. Коряга. В принципе, норм. Машинка хорошая. Прям вот, как бы, норм. Если вот будете, то есть она дешевле того же, допустим, дешевле того же шторма. То есть это у нас Mercedes Actros, по-моему, да? По-моему, они были. В общем, нормуль. Держит дорогу хорошо. Разгоняется весьма неплохо. Не переворачивай, как-то к переворотам что-то как-то не особо. Что, сгорел сюда? Автоподставщик гребаный. Что ты делаешь? Хулиган. Хотя, все-таки надо признать, я ее, опять же, еще на внедорожник, на бездорожье не испытывал. Есть кто? Грузовик не проверил.
обязательно проверил. Там вполне вероятно был наемник. А может и нет. А может быть Карлан. И все равно на шторма я это поменяю. Ну надо. Я ж решил. Следующий делает, а? Кусок говна, блин. Сейчас, кстати, в Елена можно будет на шторма и поменять спокойно. То есть там кого-нибудь из покупных взять. Там как раз эти ключи будут наверняка. Кстати, F8. Сохраняться надо почаще. Все не забываю. Который раз уж говорю сам себе. Сохраняться, сохраняться. Но нет, блин. Все равно играю как будто как бессмертный, блин. Тоже. Не гундосик. Да он впереди такой шустрый, блин. Что-то не то, что никак догнать не могу. Ну, то есть они реально прям... Чувак, я не знаю, кому богу ты молишься, но он сегодня явно в тренде. Так что давай. А ты уйди. Наш? Нет, это не наш. Левый какой-то. Охренеть, левый шторм на трассе. Черт знает что. Шторм на трассе и не мой, вы понимаете? Кошмар. Кого работаешь, скотина? Иди к нам. Нас лучше, у нас печеньки. У нас этот карьерный рост, что там еще, соцпакет, эти... Печеньки. Да, печеньки. У нас печеньки, чувак. Вы что, с ума сошли оба? Главное, что у нас печеньки. Это самое важное. Чё-то какие-то противники прям лютые, я хочу сказать. Я их даже... Считай, сколько времени уже едем. Я с ним как настигнуть не могу. Правда, я туплю очень сильно на вот этих вот моментов с внедорожьем. Ну, кстати, да, вот по бездорожью эта машина очень плохо едет. То есть прям совсем плохо. Сейчас нужно... Единственный прям пока что яркий такой недостаток, что на бездорожье очень сильно теряется скорость. А, то есть я вообще даже, я даже четвертый из семи. Я их не могу догнать. Впереди едет кто-то очень сильно маневренный. И, ну, собственно, за счет этого и выигрывают. Потому что впереди едет кто-то куда более маневренный, чем я. И лучше, видать, на бездорожье себя чувствует. То есть, знаете, я вот сколько уже еду, да? И даже не при... Ну как, я, конечно, сократил немножко отставание. Да, но без этого не совсем все плохо. Ну, блин. Чувак, позор проект. Спасибо, родной. Урод. Мразота. Скотина. Чтоб тебе всю жизнь на советском на российском автопроме кататься. С китайскими подлёнными запчастями. Чёрт. Обидно. И главное, даже светофор этих козлов не остановил. Все трое просто меня сейчас. А, ну понятно, кто это. Да. Слышь, это не мой ли, а? Гаденыш был. Так, давайте-ка проверим. Это не наемник. Это наемник, похоже, нет. А это кто? Этот наемник. Да, Ваня. Ваня, блин. Жаль. Так, ну запомнили, что около Ельнина есть Ваня. Ваня нанимается. Учли это.
Так, а вот машину мы меняем. Я уже сказал. Так, вот F5. Выводит. Нет. Продается. На связь. Дай-ка мне шторм, пожалуйста. Хочу заказать машину. Выбирай. Давай. Шторм, шторм. Где он тут? Ну только не говори, что у тебя нету, а? Да ты, блин, угораешь, что ли, а? Серьезно? Кстати, на КамАЗах я еще не ездил ни разу. На связь. Хочу заказать машину. Выбирай. Ну у тебя-то будет шторм. О. Все, цвет нужный, да? Беру эту. До встречи. Все, поехали, ключи. Не, заказы я брать не буду. Хотя, дайте-ка посмотрим, может, до ключей есть чего. Если есть, что бы не взять. Барова. Нужный. Будь здоров. Алмазный. О, ключи. Поехали. Че я хоть взял? Пиво. О, пивко. Поехали. Ой, я еще и первый, какая прелесть. Вообще замечательно. Еще и лицуху там хватану. Правда, нахрена она мне в ключах нужна, вообще непонятно. Это да. Первый из двух. Да. В ключах лицензия нафиг не нужна. Ой, пошел ты, блин. Не буду я вас пытаться подкупить. Злые вы. Штрафуйте за это. Вон, бандиты попадут, с ним буду разговаривать. А может все-таки на F2, когда рейтинг смотришь. Ну-ка. Так, в том числе пригласить Apple совсем на бэкпейджа, внешнюю камеру пробуешь. Может быть, когда рейтинг смотришь, там тоже можно что-то делать с конкурентами. Фиг его знает. Один из трех. Че, опять все мои, что ли? Ну, я только одного белого вижу. У меня все наши красненькие. И один прям так прилип ко мне хорошо. Прям идет так. Ноздрю. Ноздрю в попу, блин. Не, я помню, здесь груз стоит, а он идет лесом. Боровой из-за него ехать. А, сейчас. Четыре раза. Делал больше ничего. Так, значит, в ключах мы хватаем, собственно, наш новый грузовичок. Едем с ним в бухту. В бухте его апаем. Опять с кем-то меняемся. Да, именно так. Здорово. Ты почему не на меня работаешь, а? Объясни-ка мне, или ты на меня работаешь? Хрен поймешь. Если на меня, то почему не того света? Что за непорядок? О! Фига себе. Да это же первая машина, у которой пыль не летит в рожу. Кстати говоря, обратите внимание, вся пыль сзади. Вот те раз. Че с полицией? Че, подзаработать хотите? Че-то вы прям так это, пристаете ко мне. Прям это, рядышком. И так проехал, и сяк проехал. Нет уж, ребят, вы меня уже оштрафовали два раза. Все, я вам не верю. Больше никаких подработочек. А то что ты. Понимаешь? Ну, тут бандитов четко. Там не все понятно, работает это четко у них или не работает. Потому что вроде ты их нанимаешь. Да, это противник. И он что-то от меня хочет. Чего ты сейчас в речку столкну, ей-богу. Не доводи до греха. Кстати, тут реально можно своих соперников просто в реку сталкивать, да, на этом мостике. Хотя с моим везением еще вопрос, кто кого спихнет, блин. Очень плохо бездорожье идет. Так, ты там не гуди, я за лицензией еду, так что брось отсюда. Ну, смотрите, вот по бездорожью, да, хотя это вроде, ну как, не совсем бездорожье, да, это дорога. Просто вот такая.
Ну что, меняем. Mercedes Actros. Запомните, ребятки, машинка неплохая. В целом, можно использовать. Видится на дороге приятно. Не того долбанул. Так, это там соперник был. А ну-ка иди сюда. Прости, приятель. Извини, но ты на опыт, да, ты у нас тюнингованный, с того все нормально. Дай-ка вот этого козла у это. Это свой, не свой? Нет, по-моему, это не свой, по-моему, это враг. Да, по-моему, это враг. Ну что ж, с врагами у нас... Ага, уже пора паузу сделать, понял. Вот это я. Ну ладно. Я не прапанный, поэтому тут адекватно не получится хулиганить. Ладно, стоп. Ну а чего, здесь его сталкивать некуда. Так, можно было, конечно, с ума посходить. Ну да ладно. Так, главное не забыть. Сейчас надо переключить кнопку включение записи на другую, чтобы можно было рейтинг посмотреть. И вообще глянуть, можно с этим рейтингом что-то делать. Так, нам надо на улучшение, да? Да, потому что машина плюшевая, без апгрейдов, да еще вон покоцанная уже как не знаю что. Бандиты. Стой. Какие проблемы? Конец да. Связи. Мне не нужны неприятности. Смешно. Смешано. За это не нужны неприятности. Они там сколько денег дерут? Да уж, мое почтение. Загребают только в путь. В общем, да, в этом плане, конечно, тут все немножко странно. Так. Получше озеро. Теперь на заправочку. В обязательном порядке. Поехали. Меня смущает, что у меня там один кайман минус 5000 гоняет. Я понять не могу, почему так. Че это с ним? То есть реально. Как бы минус 5000 для каймана это довольно немалое количество денег. Довольно лихой минус, скажем так. Что он там натворил такого? Так. Полный бак. И давайте, пока я заправляюсь, небольшая пауза. Вот. И после нее, собственно, продолжим. И рекорд.